Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Север, это прохождение Ark Mobile, 19 серия. В своем телеграм-канале и сообществе Ютуба я опубликовал запись, кого мы приручим в следующем видео. Основная часть аудитории проголосовала за единорога. Ну, мое дело сделать, ваше дело поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вы новенький. Кстати, да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании и закрепленном комментарии. Как-то так, приятного просмотра, мы начинаем. Привет, короче, меня зовут Север, давай сразу к делу, я нафармил 130 самбера, для воскрешения единорога нужно 128, так, где у меня имплант? Это он? Да, это он, все верно. В общем, нафармил 130 самбера, сегодня мы его воскресим, попробуем его приручить с 3 киблов грифона, надеюсь, у нас получится. Единственное, что я хочу построить здесь что-то по типу ловушки, потому что иначе его приручить практически нельзя. Так что давайте попробуем приручить. Также забыл упомянуть в начале, я озвучиваю этот ролик в процессе монтажа, и скорее всего где-то будет тавтология, где-то будет невнятка, так как у меня была бессонница, я всю ночь не спал, и поэтому как-то так, а видос как-то нужно уже делать, потому что появилось у нас хоть какое-то расписание, и мы уже привыкли крафтить видосы, точнее выпускать видосы в понедельник, поэтому извините, ролик также скорее всего будет короткий. Так что, как-то так. Почему я строю ловушку именно вот так? То бишь, три фундамента снизу и три фундамента чуть повыше. Так, здесь у нас будет дверь. Мы таким образом скормим ему бальзам, чтобы он успокоился потом. А сверху, с потолка, мы будем уже кормить его киблами. Посмотрим, приручится у нас или нет. В общем, если захотите, повторите ловушку. Если нужен будет полный гайд на ловушку, как у меня, то вы сможете найти ее в моем телеграм-канале. Ну, естественно, если вам это нужно будет, то я обязательно это сделаю. Это зависит только от вас, от вашего желания. Типа, вы хотите, я делаю. В общем, ловушку я построил. Опять же, если надо будет, гайд будет в моем телеграм-канале, заходите обязательно, ссылочка в описании. В общем, мы берем аргента, сейчас мы воскресим. Вот, посмотрите, ну что это такое? Ну, только я отключил турель, и сразу приплыла сюда какая-то тварь. Ну, блин, у меня даже нету сил выражаться нецензурной бранью. Так что радуйтесь, это, скорее всего, будет единичный ролик, где не было ни одного мата. В общем, хватаем единорога, и мы должны его как-то сюда засунуть. Так. Хорошо, сейчас мы ему должны скормить бальзам. Кстати, Дэн, советую вам надеть костюм маскировки, или как он там называется, который крафтится из органического полимера. Это капец как вам поможет в его приручении. Ну и сейчас мы его будем кормить. В принципе, можно и так. Давай. С одного... В смысле? А почему так произошло? А вот теперь думаю, это специально так сделано, то чтобы не было слишком легко, типа взял и воскресил и... Ладно, слава богу, я сделал перед этим сохранение, сейчас еще раз попробуем. На этот раз нельзя лохануться. Короче, так понимаем, здесь пространства мало, и скорее всего он просто застрял в текстуре и из-за этого сдох. Нет, пространства здесь, в принципе, достаточно, просто, скорее всего, я его закинул не под тем углом, и из-за этого он застрял в текстуре. Видишь, он сейчас не пугается. О, вот это звук прекрасный. И... Да, все нормально, кайф. В общем, все. У нас теперь есть единорог. Да, у него такой прыжок, кстати, радужный. Очень длинный, точнее, затяжной, можно сказать. А теперь... Я хочу вам сказать то, что это на самом деле максимально бесполезное существо. Да, естественно, работает как Экус, то бишь за него можно оглушать. Так, обычная атака, естественно, удар копытами. Кстати, удар копытами это либо двойной этап справа, либо слайд слева. А если у тебя какая-нибудь атака первая, специальная атака? Нет, у тебя здесь прыжок, в принципе, логично. Скажу честно, это на самом деле мой первый единорог за все время провождения в этой игре. Кстати, статы у него довольно-таки неплохие, на самом деле. 65 урона, смотри, сколько стамина, смотри, сколько хп. В принципе, неплохо для 450-го единорога.
Да, прыжок у него, конечно, классный. Это я сейчас захожу в фотомод, чисто, чтобы превьюшки поделать. Для превьюшки, точнее, эскизы всякие. Так вот, это на самом деле мой первый единорог. Вы сами знаете, то, что я очень много времени играл на PvP. Я уже это рассказывал, просрал кучу моментов, которые я должен был встретить будущий PvE-шным игроком, будущий новичком. Ну и... Круто. И давайте думать, из таких вот существ у нас осталось приручить... Кто там, Ноктис есть, я помню, Леопривродон, Титан. Титан, скорее всего, будет последним. А Ноктис приручается только, когда у нас происходит Блиц-неделя, то бишь... Вообще, если так-то подумать, Ноктис спавнится, можно спавниться в обычном данже вместо босса, но спавнится он только шансом 1 к 1000 вроде, да? А когда происходит Блиц-неделя, спавнится с шансом 1 к 500. Так, ты что меня сбросил? Ну ладно. Так что Ноктис — это пиздец какая редкая зараза. Тут даже проблема не в том, то, что тебе повезло, потому что времени у него, в принципе, предостаточно. Я могу уделить время этой игре, чтобы чисто проходить данжи по КД, загружать сохранение. И тамится Ноктис довольно-таки легко, потому что для него нужна только морковка. Ну и, в принципе, все. Ну, естественно, желательно с бальзамом его утомить. Но, опять же, шанс спавна у него редкий, но тут сложнее дождаться Блиц-недели от разработчиков. Они могут выпустить как 2-3 раза в год, так могут и вообще не выпустить. В 23-м году, то бишь в нынешнем, еще ни разу не было Блиц-недели. Так, Соломон собирает плохо, Ягода он собирает плохо. Ну, понятно. В общем, ребят, как-то так. Извините, то, что ролик короткий. Извините, если на коленке сделано. Просто поймите меня как человека. Я не выспался, точнее. Я вообще не спал всю ночь. Так что, поэтому как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. С тобой был Север. И помни, все только начинается. Удачи!